Рада видеть вас снова. Мы? И в первую очередь хотелось бы спросить у Игоря его впечатление, потому что для него все же это был первый опыт. И Инна уже как опытный всадник, да? Намного как-то чувствую себя увереннее. Да? Конечно. Не, ну поначалу такое, вроде не понимаешь, что ничего не должно случиться, но все-таки животное как-то страшновато, но впоследствии... Ну да, я помню, вы так сначала прям напряглись, да, а потом раз, ну достаточно быстро расслабились. То есть вы идете прям такими семимильными шагами, здорово, мне нравится. Стараюсь. Да, а вот как-то в жизни, вот как-то уверенность, что ли, появилась, может быть, какое-то вот внутреннее, да. Многие, вот я слышала, замечают, что когда начинают заниматься верховой ездой, у них какие-то прям жизненные силы открываются и какой-то потенциал. Не было такого ощущения, что... Мне главное, это помогает справляться с имеющимися проектами. Серьезно, да? Из-за того, что сейчас приходится много времени вот именно сидеть за компьютером дома, хоть какой-то выплеск есть энергии. А тут вы расправляете плечи, да, и... Да, и потом походкой ковбоя. Походкой. У вас, Инна, как вы себя ощущаете? Я, честно говоря, думала, что меня, наверное, уже ничем не удивишь, потому что даже несмотря на свой прошлый опыт, я все равно получила очень много новых впечатлений, что здорово, потому что я обожаю пробовать что-то новое, и здесь это... отличается от верховой езды. С одной стороны, тяжело, но это классно. Ну, то есть я, например, не люблю ходить в спортивный зал, потому что мне быстро становится скучно. Да, здесь скучно, точно не будет. Здесь никогда не бывает. Да, один час пролетает просто как один миг, одна секунда, и мне дико понравилось, я была просто в таком восторге. Ну что, Инна и Игорь, как ваши дела? Как прошел первый наш блок работы? Как встретили Новый год? Замечательно, было очень весело. Новый год прошел отлично. Я поехала к друзьям, было застолье. Очень много вкусных блюд приготовили мои друзья. Удавалось держаться в рамках программы? Да, к счастью, удалось. Собственно, из тех блюд, которые я нашла и которые можно было есть, это было мясо и овощи. Единственным нарушением было шампанское. Ну, куда без него? Ну, да, как же без него. Поэтому я довольна собой, горжусь. Да, были искушения. Была идея на столе, которую я очень, конечно, люблю, но тем не менее... Но Новый год как-то там перестал быть Новым годом без салата оливье? Или все-таки атмосфера и немного. Праздник? Немного. Совсем чуть-чуть, да? Да, чувствовалось, конечно. Но если я ставлю перед собой цель, я к ней иду. Ничего страшного, я думаю. В моем случае я, конечно, был в гостях у друга, у семьи. Было немножечко неловко, честно говоря, там говорить «нет» на определенные блюда. Тем не менее, мне повезло то, что этот друг как раз, он сам культурист, занимается, поэтому с точки зрения определенных блюд проблем не было. Там была и рыбка, там картошку отварили, такой достаточно скромный, конечно, ужин, но чуть-чуть все-таки оливье я съел, потому что это все-таки Новый год. Не наседали родственники на вас? Давай еще, как это обычно бывает? Слава богу, нет. Но все равно было как-то неловко такой столб показываться. Я всегда говорю в таких ситуациях, вам об этом говорила, что мы взрослые люди и сами должны для себя определять, что мы хотим или не хотим. И если мы вдруг принимаем решение съесть десятую ложку оливье и полирнуть это все селедкой под шубой, то, естественно, мы должны каким-то образом это компенсировать. Едите много, танцуйте. Больше активности, больше вариантов того, что вы потратите те калории, которые вы приобрели вместе с этими 10 ложками оливье и селедкой под шубой. Так что вы молодцы, я вами очень горжусь.